Всем привет, это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем, как отучить собаку подбирать еду на улице. Если ваша собака подбирает мусор, очень важно ее от этого отучить. Дело не в том, что это выглядит некрасиво или собака пачкается. Главная опасность заражения гельминтами, инфекциями и в отравлениях. Дрессировать щенка можно с 6-месячного возраста, но прививать навыки поведения нужно уже с первых недель жизни. Как только вы завели щенка, приучайте его правильно принимать пищу в отведенном для этого месте, из миски или с вашей ладони, но ни в коем случае не с земли или пола. Если вы будете позволять щенку брать корм с пола, он будет поступать так же и на улице. Для приучения щенка к команде «можно» удерживайте его несколько секунд перед миской с кормом, затем скомандуйте «можно» и отпустите собаку к миске. Ваша цель – добиться, чтобы собака приступала к еде после вашего одобрения. Это очень поможет в ситуациях на улице. Если собака захочет поднять что-то с земли, она в первую очередь посмотрит на вас, чтобы получить отказ или одобрение. Команда «фу» – самая важная и полезная для собаки. Она даже может спасти ей жизнь. Подавать ее нужно в момент, когда собака собирается выполнить нежелательное действие, а затем отвлечь ее. Не забываем о положительном подкреплении правильных действий вашего питомца. То есть при правильном выполнении команды «фу», да и любой другой команды, должно следовать короткое поглаживание собаки и словесное одобрение. Задача – сформировать у собаки негативную ассоциацию с мусором. Если вы уже несколько дней занимаетесь собакой, а она не торопится реагировать на команду, то можно попробовать усилить эффект, применив звуковой раздражитель, например, свисток. Потянулась за мусором, скомандовали «фу», свистнули и отдернули поводок собаки. Собака – это друг человека, ее можно и нужно воспитывать. В некоторых случаях без строгости никуда. Не стоит поощрять собаку лакомством, если она не подобрала еду с земли. Конечно, если не хотите, чтобы она прочувствовала закономерность и не начала изображать интерес к мусору, чтобы получить свой презент. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.